Большие приключения Спанч Боба. Насколько они большие, нам предстоит сейчас узнать. Так, можем зарегистрироваться или играть как гость. Также есть возможность вводить код. Это, вероятно, для того, чтобы если прошли мы много уровней, у нас появится возможность начать сохранение. Ну ладно, начнем. Как гость. Наблюдаем, как загружается игра. Опа. Я думал, реально большая. Это квест. Ну, даже лучше. Так, что-то он нам говорит. Я типа готов, готов, готов. К чему готов? Стрелка показывает сюда. Посмотрим. Так. И чего? Привет, Спанч Боб. Что-то открой. Ну, тебя ждет большой сюрприз. Открасьте краба. Открасьте краба, сюрприз. Ну ладно. Посмотрим. Поехали. Так, открывать сундучок какой-то. Чуть не открывается. Опа. Ты не прав что-то. Может, ты прав. Так, сундучки у нас здесь какие-то есть. Ничего не открывается. Не могу ничего. Ну-ка, сырокурочка, посидим на кресле. Чего у него за кресло такое? Интересно. Горшок и кресло одновременно. Так, телефон. Ракушка как телефон. Надо Гэри покормить. Что-то нечем кормить. Чего? Карьерс. Карьерой можно заниматься. Большой пакет. Сюда вещи нужно складывать. Классический квест. Мы еще ни одного опыта не набрали. Ну что ж, пойдем. Чего ты плачешь? Оп, можем бороться. Что-то работает. Чего? И как мне пройти? О, Гэри, вот он появился. Питомец. Привет, родной. Ты откуда взялся? Через выбор. Тяжелый. Выполнил квест. Тебе дадут деньги и очки. И опыт получишь. А, надо найти еду для Гэри. Покормить его. Вот он, бедный. И чё? Где ее искать? Ладно. Ты подсказал бы своему хозяину, где найти еду. Я только миску вижу, а еды не вижу. А, вот, еду нашли. Убежала. Фига себе, еда. Обедать научилась. Убежала за еду. Нам надо дверь. Тут еще есть кто ходит. Привет. Планктон, ты что делаешь? Давай еду для Гэри, не видел? А выглядишь так аппетитно. Он отвечает, привет, Спанч Боб. Типа еды я не видел и вообще тебя не знаю, кто ты такой. Давай секрет крастик. Бургера гони. Так. Он вызвал нас на бой. Вот злодей. Опа. Получи. Получи. Ну, кажется, может... Опа. Уворачивается. Опа. Дожидаемся, когда он прыгнет, и стреляем. Ну, давай, милый, прыгай. И получай. Вот и все. Вот и еда. Казцон украл еду, Гэри. О, ну и ура. Нашли еду, идем возвращаемся в свой домик. Так, несем ее Гэри. Привет, родимый. А, он говорит, не наложи в миску эту еду. Я так кушать не буду.
Вот, пожалуйста, родимый. Кушай, родной. О, нифига себе, вот у него зубы. О, первый уровень прошли, все довольны. Нам дали 100 очков опыта. Что дальше? Я расскажу в следующем видео.